Так, друзья, с вами Рик, и мы начинаем наш новый челлендж. Это будет не такси, это будет не деньги, это будет похудение. Мы, короче, решили, так сказать, похудеть. Вот цель у нас до 90 килограмм сбросить до 31 декабря. Сегодня у нас 10 августа, 10 сентября. Мы встаем на весы, и весы показывают 104 килограмма, ну, грубо говоря, 105. Перед этим мы очень хорошо покушали в KFC, прям. Вот, так что я уже заказал аминокислоты и коллаген, вот, и с завтрашнего дня у нас начинаются суровые будни, правильное питание, тренировки, режим, все дела. Я не знаю, пока психологически как-то тяжело к этому, блядь, прийти, но надо делать, надо прийти. Вот. Так что, ну а вы будете следить за моими успехами и посмотрим, получится у нас или нет. Да, и кстати, если вы хотите присоединиться к моему челленджу, пожалуйста, пишите мне, в описании будут контакты. Добавляйтесь к нам в чат, и мы для того, чтобы не соскочить, придумали такую тему, что каждый день вы скидываетесь по 200 рублей. То есть ставите для себя цель, идете к ней, если вы хотите соскочить, то извините, деньги не возвращаются. Вот. И, соответственно, тот, кто придет к цели, то есть именно все те люди, да, это будет челлендж для всех желающих, то есть там, если, допустим, будет 10 человек, если из них 5 выполнит свою цель, 5 отвалится, то банк будет делиться между 5 людьми. Так что все, присоединяйтесь. Жду от вас смелого решительного шага. 200 рублей в день – это небольшие деньги, так что давайте будем друг друга мотивировать, ну и заниматься. Ну а я от себя, что смогу, тебе помогу. Я же все-таки как тренер, только надо привести себя в порядок. Все, друзья. Всем пока. Челлендж начинается 10 сентября, конец 31 декабря.